Здравствуйте! Рада видеть вас на своем канале. И сегодня вместе с вами мы пройдемся по магазину Леонардо, посмотрим, как эта сеть подготовилась к новому учебному году, какие товары она может предложить нам и, что немаловажно, по каким ценам. Цены я не буду озвучивать, но постараюсь наиболее четко вам их показывать. Итак, давайте же начнем. Подготовка к новому учебному году – это очень волнительный и ответственный момент, особенно для родителей первоклашек. И иногда поход в магазин – это праздник, а иногда на этот праздник нет времени или хочется сделать это быстро. В этом случае вам помогут готовые наборы для первоклассника или для школьника. И в Леонардо как раз есть эти наборы, есть побольше, есть поменьше. Есть набор из 58 предметов, стоит он 1900. В него входит все-все, что необходимо первокласснику для начала учебного года. Есть набор поменьше из 42 предметов и стоит он 1330. Эти два набора отличаются незначительно. Допустим, больше набор входит ножницы, стакан непроливайка и еще какие-то мелочи. Вы, конечно же, придя в магазин Леонардо, можете сравнить и решить для себя, что вам нужно больше. Набор действительно интересный, очень увесистый. Я постараюсь прикрепить картинку, что входит в эти наборы, но поверьте, в них действительно собрано все, что нужно первокласснику. Так что от души рекомендую. Если вы вдруг оптовый покупатель и хотите купить больше 10 штук таких наборов, в Леонардо есть скидка 20% на эти наборы. Если же для вас поход в магазин – это праздник, и вы планируете сделать это вместе с ребенком, то я очень советую вам обратить внимание вот на такие брошюрки. В них находится список предметов для школы, который вам нужен, и по этому списку, по этому чек-апу вам удобно будет делать покупки. Эти списки есть на различные случаи, есть для школьников, а есть для студентов художественных школ. Так что, пожалуйста, обратите внимание, это действительно очень удобно. Также можно зайти на сайт Леонардо и распечатать этот список и прийти уже с готовым вариантом во всеоружии. Ну и так, давайте же начнем. Давайте посмотрим, если вы собираетесь покупать все в разнобой, что нам предлагает Леонардо. В данном случае мы видим огромный ассортимент обложек для учебников, для тетрадей. Здесь они представлены в разных видах. Есть наборы, есть по одной штучке. Наборам, конечно, всегда выгоднее покупать. По размерам здесь вы можете сориентироваться, ну и по ценам тоже я все показываю. Вы видите довольно большой ассортимент, и мне кажется, на любой учебник, на любую тетрадь, на любой дневник можно найти свой вариант. Если вам не нравятся наборы вот такие стандартные, прозрачные, есть вот такие веселенькие варианты со всякими фруктиками, кошечками, лягушечками и так далее. Но я так понимаю, что это обложки только для тетрадей. Больших таких обложек нет. Также в магазине Леонардо огромный ассортимент цветной бумаги, цветного картона. Посмотрите, пожалуйста, какого только нет: и мелованный, и матовый, и простой, и на скрепках, и отдельными листами. В общем, выбирай на любой вкус. Цены тоже довольно приемлемые. Обратите внимание, это вот фирма Лео. Лео – это российский бренд, который выпускает самые востребованные товары для школы, для детей. И при разработке этих товаров учитывались мнения педагогов и психологов. Есть в ассортименте тетради, тематические тетради. Посмотрите, какие красивые. Но это уже для, конечно же, старшеклассников, для определенных предметов. Есть разные варианты, можно подобрать на любой вкус. Конечно, такие тетради дороже немножко, чем просто какие-то классические, да, стандартные, но зато интересные. Посмотрите, есть какие-то волшебники, ну, в общем, на любой вкус. Большой довольно-таки ассортимент, можно порыться на полочках и подобрать то, что нравится именно вам. Конечно же, есть различные папки для тетрадей, для учебников. Ну и, конечно же, куда без обычных тетрадей,
учебных 24, 48 листов, 12 и так далее. Вот посмотрите, пожалуйста, ассортимент довольно разнообразный. Конечно же, куда без дневников, и хотя сейчас в школах электронные есть дневники, но иногда такой дневник тоже пригождается. Посмотрите, какие они симпатичные для девочек, для мальчиков, абсолютно обычные или поярче, тоже можно выбрать на любой вкус и пол, конечно же, как мальчику, так и девочке. Ну и ручки, карандаши, фломастеры, текстовыделители, маркеры. В магазине Леонардо просто огромнейший ассортимент. И что самое главное, на любой кошелек, на любой вкус, на любую потребность. Карандаши любой жесткости или твердости. И что самое главное, тут можно попробовать любую ручку, как всегда у нас приколоты бумажки, на которой можно оставить свой автограф или какую-то загогульную и понять, подходит ли вам ручка по мягкости, по цвету, по скорости письма и так далее. Посмотрите, пожалуйста, цены. Когда покупаешь ручку, мне кажется, ручку лучше выбирать офлайн, так сказать, чтобы точно не ошибиться. Ну и вообще, когда вы покупаешь какой-то штучный товар, выгоднее всего это сделать в магазине, не переплачивая за доставку маркетплейсов. Посмотрите, какая красота, огромный ассортимент. Ассортимент карандашей простых, цветных, конечно же, тоже поражает. Все стены завешены, акварельные, меловые, наши обычные классические карандаши, потолще, потоньше, на любой вкус и, как я уже сказала, на любой кошелек. Опять мы с вами видим марку Лео, наш бюджетный российский бренд. Конечно же, есть и дорогие карандаши, импортные, но, мне кажется, наши российские ничуть не хуже. Ластики. Вот ластики я всем советую выбирать именно офлайн, потому что тут важно, чтобы они были очень мягкими. Ну и линейки. Про линейки я уже молчу. Линейки – это всегда недорогой товар, который лучше покупать именно офлайн, чтобы, повторюсь, не переплачивать за доставку. Обязательно для первоклассников нужна касса. Вот такая Леонардо, она есть. Подпишу вам цену сейчас на экране. В набор первоклассника она, к сожалению, не входит. Конечно же, любому первокласснику нужны альбомы для рисования, бумага для рисования. И, конечно, в Леонардо огромный ассортимент представлен бумаги в разных вариантах для акварели. Конечно же, эта бумага, эти альбомы также подойдут и для учеников художественных школ. Посмотрите, в Леонардо просто огромнейший ассортимент. Вот эта фирма Vista Artis. Есть бумага для пастели, для акварели, для масляных красок. То есть ассортимент, конечно, поражает. Любые размеры есть, любые и А3, и А4, и какие-то маленькие блокнотики тоже с такой бумагой, скетчбуки. Все-все есть. Посмотрите, даже для акриловых красок есть свои альбомы, своя бумага. Вообще для художественных школ ассортимент огромен в Леонардо. Ну, мы дальше с вами посмотрим и кисти, и краски. Все-все можно подобрать себе. Вот они, скетчбуки различные. Но это я показываю маленький-маленький кусочек. На самом деле их огромное количество. Несколько больших-больших стендов. Конечно же, в Леонардо представлен огромный ассортимент красок, масляные краски, акриловые, акварельные. В общем, каких только не бывает, все-все там есть. Огромные тоже очень красивые стенды разнообразные. Ну, в данном случае это, конечно, больше для художественных школ, наверное. А вот это вот уже акварель. Это для школьников, для детсадовских детишек. Посмотрите, пожалуйста, какие симпатичные есть коробочки. Можно купить и в подарок, допустим, на 1 сентября подарок детке, которая идет в детский сад или в школу. Есть и дорогие акварели, но нам для первых классов, да, интересуют больше вот такие вот бюджетные варианты. Опять фирмы Лео лидирует.
Ну и, конечно же, я вам показываю различные другие направления красочные. Кисти. Кистей огромное тоже количество. И синтетический, и натуральный, колонок. В общем, каких только нет. Посмотрите, есть такие наборы кистей. Нам вот для школы нужны именно наборы, разные размеры. И здесь вот все подобрано. Порядок цен где-то примерно 350-360 рублей за набор. Мне кажется, очень бюджетно. Есть вот такие яркие, но это, конечно, синтетические кисти. Посмотрите, пожалуйста, клей, различные ПВА, клей-карандаши, цены тоже довольно-таки бюджетные. И еще раз повторюсь, если вам нужен один только клей, интереснее его прийти и купить в магазине, а не заказывать и через маркетплейсы переплачивать за доставку. Конечно же, огромный ассортимент пластилина разных цветов, разного качества, разного количества. Обязательно для детского сада пластилин нужен. И, конечно, защита наших деток, фартуки какие-то, нарукавники, подстилки на стол. Есть разные варианты, разные расцветки, как для девочек, конечно, так для мальчиков. Есть универсальная расцветка. Все-все в Леонардо есть. Есть вот такие вот наборы. Уже и с нарукавником, и с фартуком, и с подстилкой на стол, с защитой на стол. Видите, разные цвета есть. Так, и я решила тоже приобрести, хотя у меня нет школьников, все мои детки уже выросли даже из студенческих времен. Я решила собрать небольшой подарок своей племяннице, она идет в садик, и я думаю, что вот такие карандаши акварельные, простые, фломастеры ей пригодятся. Давайте вместе с вами соберем корзину. Решила я добавить сюда и пластилин для развития мелкой моторики. Ну и, конечно же, решила выбрать альбом для того, чтобы рисовать всей этой красотой. Кстати, пластилином тоже можно рисовать, вы, наверное, знаете. Очень хороший такой удобный способ. Вот такой вот красивенький. Девочка маленькая, ей 3 года, как раз такой симпатичный мишка ей понравится. На этом я заканчиваю свой обзор. Надеюсь, он вам понравился, был полезным, вы для себя что-то заприметили. И если вы решили прийти в магазин Леонардо, советую зайти сначала в онлайн-магазин. На первой страничке размещены акции. И, воспользовавшись этими акциями, вы можете хорошо сэкономить. Там есть скидки до 20% на различные товары. А я поздравляю всех деток с началом учебного года, родителям желаю терпения, а всем школьникам и студентам удачи. На этом я прощаюсь. Была очень рада, что вы зашли ко мне в гости. До свидания, увидимся в следующем видео.